Всем привет из солнечной Греции, с вами Юля. Сегодня 31 декабря. Видео выйдет, конечно же, чуть позже, поэтому я вас уже поздравляю с Новым годом. Желаю вам всего самого хорошего, самое главное – здоровья, счастья, любви в вашей жизни, благополучия и, конечно же, мира и понимания всем. И сегодня я хочу подвести итоги за ноябрь и декабрь. Весь месяц собиралась снять видео, у меня даже были какие-то выходные, но в те дни, когда у меня были выходные, я просто от усталости, я не могла встать с кровати. И, ну, как можно снимать видео с уставшим голосом, когда просто уже начинаешь заговариваться? Вот. А вчера мы работали, закрылись немножко пораньше. Поэтому дела, в принципе, домашние все такие серьезные сделаны, осталось уже по мелочи. Продукты все куплены. Сегодня буду готовить классический наш стол. Ну, мы салаты не делаем. Мы классически готовим барашка в духовке. Молоденький барашек у нас уже половинка куплена. Вот он отправится в духовку, будет наш салат, будет картошка тоже в духовке. Ну и в принципе все, там может какие-то еще закуски. Вот, на много не наготавливаю, так чтобы все свеженькое. Но мяса много будет, поэтому на сегодня и на завтра нам хватит. Это наше любимое лакомство. Вот, тепло у нас. Постараюсь тоже вставить, может быть, какие-то кусочки из наших прогулок, если что-то найду на скорую руку. Ну, посмотрим. Ну, вообще у нас тепло, плюс 16, плюс 17, ветра нет, красота. Мандариновые деревья с мандаринами уже поспели. Но они не дикие, так несъедобные, но как украшение. Их часто высаживают по всем Афинам, и это, конечно, такое сейчас украшение. Все Афины нарядились в эти мандарины яркие, сочные. Дожди периодически идут, поэтому много зелени, цветут разные растения. Ну, у нас сейчас очень красивая, шикарная погода. Вообще на Рождество, на Новый год у нас очень хорошая погода. Нам вот Бог так делает такой подарок. А потом, конечно, у нас будет, как у всех, похолоднее. Вот такие вот новости. Что еще? Писали девочки, спрашивают, что, где, как. Ну, работаю. Вот у нас девчонки мои напрививались, а теперь болеют одна за другой, без остановки. А мы только с мужем держимся, поэтому приходилось работать и в субботу, и в воскресенье, и вообще у нас и выставки были. Ну, в общем, разные такие рабочие моменты, события, что нагрузки было больше, поэтому работали и по много часов, и без выходных, и в те дни, которые были выходные, это просто сложить лапки и лежать в горизонтальном положении. Сильная усталость накапливается. Вот. Ну, я даже так пыталась что-то вышивать. Конечно, немного у меня получилось навышивать. Самые простые работы брала, то, что можно, в общем-то, вышивать закрытыми глазами. Вот. Ну, кое-что есть, поэтому буду делиться. Надеюсь, вы хорошо проведете время под это видео, немножко отвлечетесь, повышиваете с удовольствием, вдохновитесь, может быть, где-то что-то. Ну, и хочу начать я с моего финиша. Это набор фирмы Dimensions, Gold коллекция, Sweet Dream Angel. Показываю поближе, чтобы вы могли посмотреть все данные по этому дизайну. Дизайн Джеймс Химсворт. Размер работы 46 на 56 сантиметров. Здесь у нас 43 на 53 сантиметра написано. Да, 43 на 53 это с рамочкой. Вот. Это такой необычный набор, потому что здесь гладь, частичная вышивка. И здесь используется очень много разных стежков, нитки шерсть и мулине в сочетании. Набор по счастливой случайности мне... Я нашла его в Инстаграме, магазин называется «Чарівна скринька». Можете там набрать, посмотреть. Девушка привозит различные наборы, в основном американского производства. Такие всякую старинку, на всякое старье, как говорится, да? Но оно очень интересное. Вот, там увидела этот набор, так как это гладь, особо никому не нужен, а мне, меня заинтересовало, я его сразу приобрела. Вот, и не пожалела. Всегда, когда покупаешь такие наборы, есть опасения, что основа, она же сложенная, вот эти заломы, краска
выцветит, либо еще что-то произойдет. Вот, но здесь вот все хорошо. Это второй такой набор с нанесенным фоном, и здесь все чудесно. Хочу немножко остановиться на схеме, показать, что здесь да как, и мы дальше будем рассматривать, конечно, работу, все детали, это самое интересное. Вот схемы и нитки уже в принципе все знают, что их там смотреть. Вот, просто хотела показать схему, как она выглядит. Здесь вот такие схематичные области, они выделены разным цветом, либо подписаны здесь сразу номера. И есть инструкция, конечно же, ключ. Каждый, вот получается, так, вот здесь эти квадратики показаны, то ли цвет, то ли какой-то орнамент здесь видно, и какой ниткой это все вышивается. Подробная инструкция по всем стежкам, которые используются с обратной стороны. Схема большая. Вот, с обратной стороны, в принципе, во многих наборах Dimensions есть такая инструкция. Здесь показано, как делать вот, Slip Stitch, с ним и много вышивается, Stem Stitch, Lazy Daisy, Button Stitch, ну, французские узелки, Coaching. В общем, все такие основные стежки. Но в основном здесь все вышивалось вот Split Stitch, вот таким вот стежком. Ну, есть еще и Satin Stitch. Вот они немножко отличаются, видите, сплит, он, получается, мы ниточку прокалываем, и идет вот такое наслоение. А сатин стич, это просто гладевой стежок, вот это такое вот их отличие. Вот, поэтому здесь все просто, по схеме можно разобраться. Но схема очень насыщенная, кажется, что вот вроде бы что здесь вот как-то не сильно много, но деталей очень-очень много, стежки эти кропотливые, и чтобы получилось красиво, конечно же, нужно было постараться. И вот я вышивала, мне казалось, что вот-вот все, вот-вот он финиш, сейчас я уже завершу и будет готова работа. Начинаешь смотреть какую-то часть, область, смотришь, ага, вот тут что-то не дошило, вот там что-то. Вот очень много таких вот стежков. Сейчас еще посмотрю, может, я еще что-нибудь найду, что я здесь не дошила. Вот эти вот. Да нет, нету здесь бэкстича. Я глянула на эти вот отделочные. Думаю, нет бэкстича, но нет бэкстича, не вижу, я просто стежок. Да, вот так вот очень часто. Вроде бы сделала все, потом смотрю, присматриваюсь. Ага, вот какой-то еще стежок, вот еще какой-то элемент. В общем, такой интересный набор. Я не пожалела. И честно вам скажу, я еще заказала два набора вот в такой вот гладевой, ну, в смешанной технике, где используются и гладь, всякие ленты, и всякая ерунда такая раскрасивая. Потому что это, знаете, очень интересно, отвлечься от крестика, перейти на какую-то более творческую деятельность. Поэтому вот такие дизайны мне очень понравились. И особенно, да, вот казалось бы, ну немного вышивки, да, здесь что тут повышивал в серединке, а фон-то весь напечатан. Но в этом и есть тоже своя прелесть, создает определенный объем, вот эту вот... Это волшебство, ну, мне понравилось. Я теперь не боюсь частичной вышивки, глади. Я к этому тоже очень отношусь хорошо. Даже эффект не получается, честно вам скажу, как картина. Так, что еще хотела сказать по этому набору? Год выпуска, хотела сказать, сейчас я его найду. 1996 год, представляете? 96 год, это просто с ума сойти, какой старый и как все хорошо сохранилось. Номер набора 1494. Вот все, то, что касается по набору. Давайте немножко по ниткам. Значит, нитки здесь и шерсть, и мулине. Все я разбирала, не помню, показывала, не показывала. Есть вот металлик. В принципе, здесь всего хватило. Нитки нормальные. Часто попадаются в старых наборах гнилые нитки, и для меня это прям вот, ну, тяжело пережить. Такими нитками вышивать неприятно. Я поняла для себя, что для меня очень важно наполнение набора. Когда есть, когда, ну, некачественные материалы, вот работа не идет. Прям сразу, вот с первых стежков, если мне не нравятся материалы, я вижу, что это нужно вот мучиться просто и терпеть,
вот все, рука не поднимается. Здесь в этом плане нитки были все окей, даже металлик такой чудесный, ничего с ним не произошло, хорошие нитки. Ниток всех осталось, по-моему, только черные у меня быстро закончились, и я добавляла еще свои. Вот, также здесь был бисер, вот с бисером у меня случилась беда. Бисера мне не хватило, и это был, девочки, мальчики, шок, когда я уже закончила работу. Мне осталось допришивать бисера, я его шью, и я понимаю, что мне наполовину работы не хватает бисера. И я вспомнила, что у меня от ангела элегантности остался бисер, он такой же. Я там перерыла все, я никуда его положила, не могла найти. Вот покажу вот этот вот бисер, вот он беленький. Не могла найти этот бисер. И весь свой бисер достала, искала, думаю, ну где вот это, такой старинный набор, где искать вот этот бисер, что делать, выпарывать. Обычный бисер, он намного мельче, этот бисер, он как бы не бусины, но уже не бисер, я не знаю номера, но он покрупнее обычного бисера. В общем, я нашла этот пакетик, там были эти, точно такой же бисер, но опять же мне его не хватало. Поэтому я что сделала? Я нашла... Я сразу закончу по материалам, а потом все посмотрим. Потому что это вот именно приключения были, как я завершала эту работу. Это столько нервов, тем более времени мало. Тут шьешь, раз у тебя бисера нет. Вот это вот я очень люблю. Вот. И я нашла у себя просто беленький бисер. Здесь у меня был и белый, и перламутровый. Обычный. Вот перламутровый по цвету подошел. Размер, понятно, не тот. Вот, но тем не менее, я стала разбавлять, пришивать и тот бисер, который остался у меня от ангела элегантности. Скоро мы к нему вернемся, но в следующем видео, когда я буду показывать итоги этого года, я сейчас это видео сниму, попью кофейку, немножко отдышусь и приступлю за следующее, потому что если сегодня не сниму, то уже все, завтра, первое число, мы поедем куда-нибудь просто... за Афины погулять, отдохнуть, второго мы уже работаем. Поэтому в этом году, как говорится, у нас не получается расслабиться, ну, по полной. Так, возвращаюсь к бисеру. Вот я пришивала этот бисер и старалась, где вот потоньше идет лента, встраивать вот этот маленький бисер, ну, обычный. И вон, вот здесь вот видно, вот она бисериночка, вот. В целом, конечно, не видно, вот. Но если бы я пришивала только сразу вот этот мелкий бисер, мне кажется, было бы видно. А так я его вмешивала сюда в стандартный бисер размер, добавляла этот мелкий, и мне кажется, ну, в общем-то, незаметно. Вот она маленькая бисеринка, вот она, вот здесь две тоже маленькие. Вот тут тоже. Тут вообще кривой бисер, потому что, ну, не могла я найти. Я уже пришивала, там даже бракованный был бисер, вот от ангела элегантности, вот эти бракованные, что не проходили в иголку. Я снимала с иглы, вдевала нитку и потом его пришивала. Ну, куда деваться, понимаете? Вот она, маленькая бисеринка. Вот. Мне не хватило около 20 бисерин. Я не знаю, почему так много. Вот сейчас смотрю, вот тут вот тоже нужно пришить, наверное, маленькие бисеринки, еще доделать. Такая вот, видите, я еще не доделала. И вот здесь, ну тут вот я почему не пришила, потому что по схеме его так не пробито, не показано, что нужно пришивать. Ну, как-то пустое место. Наверное, нужно взять и тоже этот мелкий бисер взять сюда и пришить. И сюда вот одну. Вот видите, вместе с вами сейчас еще досматриваю, додумываю. Вот, ну, работа действительно насыщенная, и здесь много деталей, поэтому запросто можно что-то пропустить. Вообще нужно было сразу пришивать бисер, все пришивать, и, как говорится, не откладывать это на потом, как обычно, бисер на потом, а потом вот начинаешь искать, что, куда, как. Вот, ну, в общем, такая история, работа, в принципе, готова. Я еще посижу, подумаю вот над этими деталями, наверное, дошью пару бисеринок. И все, и, в общем-то, финиш. Ну, я уже считаю финиш, потому что основная работа выполнена. Итак, давайте я немножечко уже про детали и, конечно же, покрупнее сделаю. Вот как-то так. Буду стараться показывать более крупно, чтобы вы могли тоже рассмотреть, потому что издалека, конечно, все красиво, а хочется посмотреть детали. Ну и с чего я начинала? Я начинала с низа юбки.
С низа юбки я начинала. Здесь у нас гладь. Вот такие вот стежки гладевые, простые. Вот. Вот здесь на основе были нанесены такие черточки направляющие, как нужно ложить стежок, чтобы вот именно юбка передать ее изгибы. И, соответственно, я когда вышивала, я аккуратненько вот так вот меняла направление потихонечку и выкладывала ниточку. Вышивалось это очень быстро, этот сатиновый стежок. Очень быстро вышивался, очень просто, легко и интересно. Я здесь прямо на одном дыхании вышивала. Здесь несколько цветов, чтобы вот именно передавать вот эти все цветотень, простите, юбки, края, да. Здесь несколько цветов, вот темно-серый, светло-серый, еще светлее серый, и наклон нитки меняется. Поэтому у нас получается, в общем-то, все очень вот так вот гармонично и очень красиво. Мне понравилось, это было легко и просто. Дальше нужно было пришить вот такую вот ленту креника. Она вышивалась кордингом, в принципе, ничего сложного. Узелком закрепила с обратной стороны, я не придумывала каких-то там идей, просто узелком, и просто пришила эту ленту. Это тоже было очень быстро и несложно. Дальше мне захотелось вышить вот эту вот туфельку. Туфелька здесь, конечно же, это такое, знаете, вот маленькое украшение этой работы, очень интересный такой элемент. Здесь я, конечно, промучилась, потому что сам элемент маленький. Стежочки здесь нужно было делать тоже вот эти вот все такие прям миниатюрненькие. Так, камера сейчас настроится, вот. Прям миниатюрненькие вот эти стежочки внутри гладевые. Еще ленточку нужно было правильно уложить. Я несколько раз переделывала. Вышивала, распарывала, еще раз вышивала, пока вот у меня получилась вот такая красивая туфелька. Мне очень она нравится. Прям вот она такая элегантная-элегантная, шикарная. Вот. Ну а дальше я приступила к кордингу золотой ниткой. Это, конечно, еще то удовольствие. Несложно, но очень устают глаза, честно вам скажу. Вот именно если шить золотом долго, там вечер, два, глаза начинают прям вот рябь, болеть. Я поняла, что нужно делать перерывы. Но я делала перерывы. Вот, ну, конечно, мне было тяжело. Ну, здесь вот цветочки, это гладь. В серединке бисер. Это тот, который я нашла у себя, потому что оригинального не хватило. Здесь Lazy Daisy, меланж, серебристый металлик и светлая ниточка, не помню цвет ее. Вот. Ну, в общем, вот такой край юбки. Очень красивый, такой богатый, насыщенный. Конечно, это здорово. Я получила огромное удовольствие. Вот, складки в юбке, это у нас stem stitch. Вот так вот идет stem stitch. Простой стежок, но очень такой тоже кропотливый. Вот. А дальше у меня пошло платье. Вот здесь уже пошел вот этот стежок split stitch, когда одна ниточка входит в другую ниточку, и здесь у нас шерсть. Вот здесь вышивалось все очень быстро, шерстью, как оказывается, вышивать очень быстро, просто, хорошо ложится ниточка, такое получается плотное покрытие. В общем-то, с платьем вот я справилась достаточно быстро, большие участки, поэтому берешь и шьешь, шьешь, шьешь. Платье обшивается этим, ой, забыла, стежок, не stem stitch, да, стежок stem stitch, не бэкстичем обычным, а вот именно такой плетеной, крученной этой ниточкой, вот здесь вот везде вот есть, получается так поплотнее. Вот, ну и здесь, как вы уже понимаете, здесь вот посмотрите, какая красота, все золотом расшито, такие красивые элементы. Ну, потрясающе. Все это блестит, конечно, под лампу. Шикарно. Я получила удовольствие вот этого от всего. Конечно, металликом работать – это кропотливая такая задача, да, вот его выкладывать. Но это же, конечно же, волшебство получается. Посмотрите, какая классная цветопередача, складочки, все. Вот, дальше лента.
В принципе, с лентой здесь не было сложности. Лента уже вышивается мулине. Вот. Ну, в принципе, как бы я не знаю. Ну, нормально у меня получилось, я считаю. Я не вижу каких-то прямо грехов. Нормально. Вот. Дальше малыш. Его одежда, его пижама. Вот здесь, конечно, пришлось тоже повозиться, потому что такие мелкие участки, направление нити нужно было высчитывать, ну, высматривать. Там постоянно меняется нитка то так, она то так, то вот так. И вот эти маленькие участки. И каждый участок даже одного цвета нужно было отдельно вышивать. Вот видите, какие-то такие вот здесь вот кусочки туда-сюда. Вот, мишка получился такой классный. Мне он очень понравился. Я даже не ожидала, что вот так вот получится. Ну, немножко здесь этого не бэксич, а тоже стэмсич, по-моему. Тоже вот так. Здорово. Вот тут рукав такой тоже красивый. Отделки, отделки. Вот рукава вышила, а уже потом нашла, что вот здесь тоже еще стэмсич, и я его не вышила. Потом дошивала. Ну, вот таких вот много-много деталей. Такое вот украшение, просто прямые стежки. Головной убор. Хотела я вышить как-то эти розочки по-другому. Смотрела, крутилась, пробовала. Ну, то, что навышивала, потом все распустила. Не легла сюда у меня никакая другая нитка. Оставила все то, так, как есть, как по ключу. Вот, украшение такое с сердечком. Сердечко тоже тяжело вышивалось. Вот, чтобы положить правильно эти стежочки, чтобы было сердечко, нужно было, конечно, так прям аккуратно стараться, медленно. Ну что, ну вот так. Золотая нитка тоже stem stitch. Тоже кропотливая такая работа. Вот. Дальше второй рукав. Ну вот второй рукав я вот смотрю, все-таки как-то как недоделано. Надо будет сюда пришить бисер. Вот смотрите здесь, как интересно. Тут гладь. А тут вот такой вот стежок интересный. Не помню, как он называется. Бутон стич, по-моему. Да. Вот, и вот он, светильничек. Тут тоже много было работы, казалось бы, что тут этого светильничка, но гладь вот здесь, потом ну, вот эти все стежочки, меленькая, она нужно было выложить, разные цвета тут, три цвета, по-моему. Потом вот этот вот тоже стемстич золотой ниткой, свечку, ну, вот отделка. Ну и здесь ободок, тоже две нитки стемстич. Одна 15-360 мулина, второй металлик внутри. Мы проходим, и получается вот такой вот как бы металлический, ну как контур, да. Ну и пришивается цепочка. Тут нужно будет, наверное, ее откусить. Пока еще не откусывала. Просто внизу. Так, вот, сейчас покажу. Вот внизу и вверху пришивается. Она была вложена в набор. Вот здесь и вот здесь. Вот так вот. Ну и крылья тоже большие. Нужно было все эти линии пройти стэм-стичем. Потом простой стежок, вот такой длинный стежок металликом серебристым. Вот все, чтобы это все блестело. Видите, получается такой деликатный блеск, вот когда под лампой попадает. Второе тоже тут много. Видите, как блестит, красиво. Очень интересная работа. Очень интересная, очень продуманная. Вот эти все детали. Каждая такая вот завитушечка, какая-нибудь французский узелочек, лейзи-дейзи, все на своем месте. Так, снова общий план. Все на своем месте. Красивая работа. Я довольна, что я и купила, и взялась за нее. Это что-то особенное. Было интересно. Ну вот, сейчас, наверное, посижу, пока еще материалы все под рукой. Разберу нитки и доделаю, наверное, попришиваю. Вот тут, наверное, еще одну бисериночку встрою. И вот здесь все-таки рукав я доделаю. Вот так. Ну, такая у меня работа завершилась. Начала я ее в начале года. Потихоньку с ней работала. Ну, у меня были СП, много было другой как бы блогерской деятельности, поэтому времени уходило много на отчеты, на организацию. Вот. Ну и потихонечку эту работу я завершила. Супер, супер. Немножко у меня ее перекосило. Я ее не стирала. Перекосила, наверное, от натяжки и от плотности зашивки шерстью. Потому что есть некоторые такой
перекос я отпаривала с обратной стороны аккуратно. Но, тем не менее, вот все-таки чуть-чуть есть. Ну, я думаю, если натянуть, то все это выровняется, все будет окей. Вот, такой у меня финиш произошел. И идем дальше. Итак, и перед тем, как перейти к следующему дизайну, хочу показать вам осеннюю композицию, с которой я никак не могу расстаться. Очень уж мне понравилось, что у меня здесь получилось. Ну, это кот знаменитый с его такими горящими глазами. Вот такой вот он чудесный кот. И я купила у нас в магазине, там всякая мелочь для дома, купила вот такой вот черный стеклянный подсвечник. Достаточно такой тяжеленький. Вот, знаете, девочки оформляют деревянные такие игольницы. Все как-то мечтаю себе заказать, но всегда останавливает дорогая доставка, все-таки за границу, а сейчас вообще все подорожало. Вот, и увидела этот подсвечник, подумала, почему бы мне его не... Ой, упал кот. Не организовать под эту игольницу. Точно так же сюда можно вставить картонную основу и на нее одеть уже эту игольницу вышитую, да, ну, чем не игольница. Вот, но пока то руки не дошли у меня оформить, а сюда у меня стало без корню, прям вот идеально, прям вот, ну, ну для нее сделан этот подсвечник, и получилась такая парочка осенняя, как раз черный кот, черный подсвечник и в таких вот зелено светло-рыжих таких вот оттенках у меня моя бескорню. Это бескорню от Триолис. Забыла, как называется, если честно. Ну, известная, известная бескорню. Шикарная, одна из моих любимых. Ну, вообще, все люблю. Вышивалась через одну нить переплетения. Достаточно кропотливая, сложная, но очень-очень эффектная. Вот, ну и такая вот у меня здесь была осенняя композиция парочка. И пока они у меня тоже где-то еще стоят на столе. Несмотря на то, что осенние, все равно они мне, эти друзья, нравятся. Вот, очень прикольно получилось. Вот так. Итак, следующая работа. Это у меня по Гарри Поттеру фистралы. Эту работу я вышивала немного за этот период, но, тем не менее, хоть что-то здесь повышивалось. Около 1500, там чуть меньше 2000 крестиков и бэкстича. Работа непростая, работа очень насыщенная. Здесь одни синие оттенки, и сверху вышивается бэкстич, который очень-очень насыщенный, очень сложный. Эта схема Александры Шабышевой разработана по рисунку Габриэл Пикколо. Очень интересные у него рисунки по Гарри Поттеру. Я бы еще что-нибудь вышила, но сначала эту нужно осилить, она непростая. Ну вот, к половине я потихоньку приближаюсь, верхняя часть у меня оформленная. Здесь, вот как видите, вот так вот газет. Так, муж сегодня поехал на работу и звонит, и звонит. Что рассказывала? Верхняя часть у меня уже оформленная. Здесь у меня... как газета, не у меня, у дизайнера сделана как газета. Я когда сфотографировала и написала, ну, как вопрос, как вам газета, уже похожа на газету. И сначала девочки даже не поняли, что это не газета, потом присмотрелись, это что, вышивка? Это вышивка? Да, это вот так вот интересно оформлена вышивка, действительно, как газета. Когда здесь все это вышится, здесь какой-то будет еще интересный текст, вот, все это смотрится как газета, и видите, здесь... номер 5, ну как бы лист номер 5, там много таких вот этих зарисовок, ну очень-очень интересные дизайны, конечно, такие трудоемкие, ну что делать. Вот, я рада, что я решилась на этот дизайн и на этот СП мультивселенной от брутальной вышивальщицы, она в Телеграме ведет этот СП, ну и ну, на YouTube, наверное, тоже, ну больше в Телеграме. Вот, и там участвуют дизайны по мультивселенным. Вот я выбрала Гарри Поттера, более-менее такое для меня подходящее, и очень такой интересный дизайн. Я бы там присмотрела у этой девушки, у Александры, еще парочку, но опять же с оговоркой вот этот вышить бы, осилить и вперед. Значит, вышиваю на линии 27 аккаунта.
бежевая линточка, очень приятная основа. Нитки здесь у меня в боксе ДМС, очень люблю эти боксы. Вот они все нитки. И благо их не так много, они вот все поместились, каждая ниточка в своей ячейке. Я так их и оставляю с нитками, с иголками, там они мне так лежат. Вот, но вышиваю крайне редко на самом деле, потому что сложный дизайн, устаю и уставший, не могу вышивать. Поэтому вышиваю свою дорожку в основном по вечерам, это проще всего. Взял и чего-то там навышивал и нормально. Вот, с этим я справиться могу. Так, что еще? Есть еще один дизайн. Следующий дизайн, дизайн этого года, который я очень люблю, и мои зрители любят и ждут, и меня постоянно спрашивают об этом дизайне, как его судьба. Вот, но, к сожалению, планы мои не свершились. Я хотела в этом году этого ангела завершить, но, как вы видите, пока не получилось. Начала в прошлом году начала. В этом году у меня было начато буквально совсем чуть-чуть, вот такой маленький кусочек. Я за нее взялась и как начала вышивать. Здесь достаточно легко вышивается вот эта часть платья, очень легко вышивается. А вот это сложный элемент, и вот здесь тоже пришлось повозиться. Все остальное вышивалось очень легко. И лицо, в принципе. Я лицо вышивала крестом. Думала аппетитом, но, знаете, зрение свое уже надо беречь, потому что вечерами вышивая такие мелкие основы, еще и аппетитом не надо. Я смотрю, многие девчонки уже в очках, я пока держусь, поэтому буду стараться свои глазки беречь. И вышиваю крестом, и, знаете, нормально смотрится, ну, хорошо смотрится, что значит нормально, красиво все. Вот, меня устраивает. Вот, и, в принципе, все было хорошо до вот этого момента, где здесь планета. Здесь оказалось такое какое-то, знаете, вот прям намешано, вот такой разброс. И я потерялась. Мне стало очень тяжело там выискивать, разбираться, где какая-то, может, ошибка. И работа отложилась. Вот, на днях я собралась силами, думаю, так... Когда у меня были там какие-то выходные, я думаю, вот это я могу сделать. Там видео снять не могу, а вот это я могу сделать. И я стала потихоньку сидеть со схемой, отмечать, выбирать, вышивать. У меня есть в саге, мне сделала Оля Луковая. Огромное спасибо, сделала эту схему. Вот, но там много теперь нужно отмечать. А у меня здесь был вот именно этот участок, и здесь нужно было разобраться. Не знаю, я уже... Так как начала вышивать по бумаге всю основную часть, то я, в принципе, вот здесь уже по бумаге я добила. Осталось мне вот тут еще чуть-чуть подползти, вот этот уголочек, и дальше будет попроще. Давайте я вам покажу это поближе, потому что держу, камера далеко стоит, работа большая. Основа здесь 50 на 70. Давайте об основе немножко. Основа 50 на 70, большой такой стандартный отрез. Это у нас Цвайгард Мурана, 16 каунту соответствует, с разводами. Показываю, потому что, может, кто-то будет искать эту основу, вот такую вот, как по ключу там серый идет. Ее тяжело найти. Я взяла вот эту с разводами и вышиваю просто с обратной стороны, с внутренней. Поэтому, видите, здесь серый цвет, тот, что нужно. Я сначала хотела вышивать с разводами, но с мужем посоветовались, мы подумали и решили... Чистый фон – это самое то. Это, знаете, всякие разводы, оно вначале интересно, а потом все надоедает. А чистый фон – есть чистый фон. Вот. И вот смотрите, вот она, эта планета. Видите, здесь вот такая каша, все намешано. Вот. Я практически все пропущенные крестики все нашла, все восстановила, все вышила. Здесь было... много работы. Осталось только вот с краю дошить. Видите, у меня тут есть краешек. Дошить краешек и выровнять по вот эту линию. Дальше идет уже полегче. Нет такого, такой мешанины. Вот оно лицо. Видите, как красивая получается девушка. Волосы здесь у меня уже наполовину вышиты. Ну, нужно будет тут все дошить. Вот. Мне нужно было обязательно подтянуть этот угол, чтобы перемотать,
основу перекрутить, вышиваю на станке, поэтому мне было бы так удобнее. Ну и Земля, планета, она огромная, вот такая. Понимаете, тут очень много еще работы. Каунт мелкий, равномерка. Вот, дальше крылья. Ну, крылья у меня уже наметаны чуток. Вот здесь пойдет еще так второе крыло, тоже большое, вот так как-то. И все, и бисер. Ну, здесь работы на пару месяцев. Ну, так как я ползу, да, с моими темпами, по 200 крестиков за вечер, девочки, просто, ну, кто-то по 1000, по 1500 выдает, да, продолжает выдавать такие героические, эти, да, героическими темпами идет. Я ползу по 200 крестиков, ну, и, как говорится, на том, слава Богу, спасибо, что есть такая возможность хоть как-то пока еще вышивать, потому что приоритет, конечно, работа, жизнь, лучше куда-то съездить, где-то отдохнуть, где-то как-то провести время вместе. Наше воскресенье, наше кофе на Акрополе неизменно. Люблю. Вот показываю вам поближе. Крестики, какие-то, может быть, детали. Давно вам не показывала. Думаю, будет интересно порассматривать. Вот думаю, стирать можно будет эту работу. Здесь так много металлика и креника. Может быть, это все как-то сядет, испортится. Может, не надо стирать. Вот это очень было сложное место. Здесь много креников сменяются. Вот. Ну и тут тоже вот эти вот переливы, тоже все разноцветный креник. Интересно. Интересные такие участки, красивые переливы. Разработка потрясающая, конечно. Что тут скажешь? Вышивайте, девочки, вышивайте. Это волшебная работа, потрясающая. Вот. Ну, что, план на этот год у меня с этой работы не удался, не вышилась, но буду надеяться, что в следующем году я ее завершу. Вот этот год я начинала, я дошивала ангел элегантности от Dimensions, и он мне начался с ангела. И я думаю, что 23-й год у меня тоже начнется с ангела. Я так надеюсь на это. Я прям вот организуюсь, доведу какие-то хвосты, кому чего должна, в каких СП участвую, и займусь ангелочком. Хочется вышить, оформить и радоваться. Так, дальше, конечно же, хочу показать вам свою дорожку, над которой я работаю уже с сентября месяца. Работаю активно. Казалось бы, что, ну, сложно вышивать монотонный рисунок, повторяющийся, скучно. И, ну, я тоже так думаю, многие так думают, но оказалось, что это очень интересно, потому что работа продвигается, и тут интерес в том, что ты продвигаешься, ну, как проходишь какой-то километраж, да, расстояние. Вот, конечно же, и рисунок симпатичный, но игра здесь не в том, что там проявилось что-то, потому что, ну, он однородный, а игра, наверное, в том, что ты продвигаешься сантиметр за сантиметром, и вот это прикольно. Значит, что я в этом году подумала? Вышиваю в рулон, а, ну, как дома постелить что-то ручной работы, у меня ни скатерти, ни дорожки, ничего нет. Что я за рукодельница такая, что я для дома ничего не сделала? И насмотревшись того, что вышивают здесь в Греции, я, в общем-то, приняла решение, что все, хватит, нужно начинать вышивать мне тоже красоту для дома. Я заказала Лугану 25-го аккаунта, в основном у нас Лугана. Линда бы мне больше подошла, но Лугана, знаете, тоже очень комфортная оказалась ткань. Я очень ее полюбила, и Линду люблю, и Лугану полюбила, это очень комфортная основа. Заказала 2 метра, разрезала, получается, дорожка у меня будет на комод, 1,60 м на 60 см, покроила, сшила, все. Подобрала рисунок, рисунок это из сэмплера, сэмплерков, я купила сэмплер, а там вот такие вот, знаете, ну сэмплер как, они там разные бордюры, да. Я смотрела, такие бордюры красивые, думаю, ну, просто бордюр вот вышить сэмплер, конечно, здорово, а вот в дорожку его разобрать будет еще круче. Вот, и я взяла один из таких элементов, сейчас уже не принесу вам схему, они у меня все убраны, упакованы. Вот, ну, в каком-то видео я показывала, что это за дизайн сэмплерков.
Вот. Выбрала этот бордюр, один элемент из сэмплера. Подобрала вот такие нитки. Кстати, они у меня были куплены на другую дорожку, которую я хотела вышивать на выставку, но потом передумала, потому что мелкий каунт, там очень много работы, я бы не смогла, честно скажу, поэтому не стала уже как бы мучиться. Вот, но так как здесь сам рисунок, он небольшой, да, тем более, ну вот видите, он маленький, тем более, что здесь и Лугана, сама основа-то большая, было бы пустовато, и я решила украсить самым простым базовым элементом хардангера. Вот этот вот цветочек, вот, и этот французский, говорю, и алжирский глазик внутри. И когда я стала вышивать вот этот цветочек хардангера, я влюбилась в хардангер, потому что я стала смотреть дизайны, искать, пробовать что-то, вот разбираться, пытаться в этой технике, и я поняла, что хардангер... Я тебя люблю, и следующая дорожка будет уже с большим хардангером. Здесь пока у меня, ну, такой базовый элемент, но тоже прикольно. А, значит, по ниткам здесь ДМС 355, вот это Cotton Perle номер 8, номер 69 это меланж. И вот они вместе так хорошо здесь подружились, один цвет дополняет другой. И все эти нитки у меня были в наличии, у меня было 5 мотков 355 и один номер 69, и мне его хватило, еще даже и осталось этот моточек маленький, ну, от моточка осталось еще даже. В общем, очень здорово все сложилось. И что у меня на сегодня? Вот я начала в сентябре, я вот тут шила. Трудилась. Сегодня не раскладываю на комоде, потому что очень хлопотно. Показываю на столе. Трудилась. Шила. И вот, девочки, мальчики, вот мы уже где? Я уже на подходе, в общем-то. Вот у меня три угла закрыто. Вот он четвертый. Осталось здесь, ну вот тут совсем чуть-чуть. А, ну и нужно будет добить эти алжирские глазки. Где они у меня? Вот отсюда я дошила, и вот до отсюда. То есть здесь и алжирских глазков тоже немного осталось. Вот здесь я уже, имея книгу, дочиталась, как нужно правильно делать алжирские глазки. И они здесь у меня, видите, такие получше. Глаз должен быть открытым. Нужно очень сильно затягивать нитку. Я вначале боялась этого делать, и у меня глазки вот такие. Слепенький, это неправильно. Глаз должен быть вот такой, прям вот такая дыра должна быть. И если взять еще ниточку потоньше, он будет еще больше, этот глазик открыт. И нужно брать потоньше даже нитку. У меня здесь восьмерка, не очень она открывает, потому что нитка плотная. Нужно алжирский глаз делать в каждую нить переплетения. Но здесь спасает то, что еще каунт крупный, 25-й. А так, конечно, вот это вот не годится. Но я ничего не исправляю, не переделываю, потому что здесь очень много. Как есть, так и есть. Вот я уже тут уже правильно начала делать. Потихоньку всему. Видите, самоучка. Там подсмотрю, сям подсмотрю, прочитаю. Вот. Потом в следующем видео я покажу вам, уже я подбираю дизайн, я уже точнее подобрала дизайн, что я буду делать. Единственное, у меня еще нитки не подобраны, цветовая гамма. Сам дизайн хардангера подобранный на дорожку, а цветовая гамма еще нет. Вот, в общем, вот такие вот у меня здесь дела, видите, осталось совсем чуть-чуть, хочется уже дошить, постирать. И застелить, и радоваться. И будет у меня вот такая шикарная дорожка. И я буду ее стелить на свой комод и гордиться, и говорить, какая я молодец, я ее вышила. Вот, и вообще хочется делать такие вот вещи для дома. Дорожки, скатерти, всякую такую красоту. Я уже даже начинаю потихоньку шить, пока еще корявенько. Но я уже приноровилась к машинке. Вот самое такое вот достижение, наверное, по машинке в этом году, то, что я все-таки... уже к ней привыкла. Первые мои вещи, которые я шила, тяжело. Вот эти стежки прямые мне давались тяжело вообще с машинкой как-то. Сейчас я поняла, что я уже к ней привыкла. Поняла какие-то вещи там по как раскроить, как что. Поэтому в следующем году буду тоже
шить и, наверное, много буду шить. Вот, кстати, вот эта вот скатерочка с такими шариками, это я шила в этом году комплект. Поехала в магазин, купила две ткани такие новогодние. Захотелось как-то украсить, как-то сменить обстановку, настроение. Купила вот такую ткань классную с шариками. Скатерть себе сшила вот на этот стол мой рабочий. Дорожку такую же, ну вот на этот комод 1,60 на 1,60. И купила еще второй кусок ткани. Вот он здесь, вот здесь кусочек лежит. Так, подтащить вот с... Так, надо все тогда вытащить, чтобы вам было понятно. Вот, вот такой еще кусок ткани я купила. И сшила на кухню скатерть и на стулья вот эти вот сидушки. Получилось очень ярко, у меня кухня серенькая, а вот эта ткань, она такая прям ярко-праздничная. Получилось очень классно, контрастно, тоже с настроением. И остался вот такой кусок. Шила вообще за один день, вообще очень быстро. Остался вот такой кусок. Здесь бы можно сшить такой классный мешок для новогодних подарков, да, просто такой яркий, с золотым серединкой, с шнурком. Вот, но руки не добрались уже никуда ничего шить. Просто остался этот кусок основы. Может, на следующий год я уже буду шить более спокойно и более аккуратно. Потому что здесь я, конечно... Краила прям очень-очень быстро, времени было у меня мало, поэтому хотелось уже что-то сделать, поэтому я раз-раз и готова. Ну и нормально, знаете, не переживаю, там, если где-то что-то не совсем ровно, не переживаю. Главное вот для меня было сменить и обстановку, и заодно с машинкой поработать, и все сложилось. Вот такая история с дорожкой, шьется, вышивается, и осталось чуть-чуть. Поэтому, ну, в этом году уже точно, вы понимаете, я ее не успею, хотя так старалась, будет итог следующего года. Хотя и в этом году нужно будет ее обозначить, потому что основная работа сделана в этом году, а в следующем году тут раз-два и готово. Вот, ну, будет итог следующего года, все по-честному. Вот, дорожка моя, молодец, Юля все-таки преодолела такой объем. Она, конечно, у меня уже затертая, стираться нужно. Вот большой кусок, но осталось чуть-чуть. Так, надо сейчас немножко передохнуть, подумать, что еще я вам не показала, потому что, когда вот так не снимаешь, что-то идет все само собой как-то стихийно, начинаешь забывать. Не веду как никаких уже ни блокнотов, ничего, поэтому сложно сейчас сообразить, что не показала, пойду искать. Так, у меня уже постепенно садится голос с непривычки, поэтому буду стараться вам показывать побыстрее уже все, что тут у меня осталось. Надо сделать перерыв, попить чайку, восстановить голосочек и снять итоги, иначе когда? Потом все. Показываю так, как есть. Процесс вчерашнего вечера прям на коленочке. Так, в недавних покупках, которые вы еще не видели, конечно же, я приобрела... Вот такой наборчик Милхил. Давно смотрю я на вот эти подушечки от Милхил. Мне вообще нравятся всякие подушечки, бескорнюшечки, всякие вот эти вот маленькие штучки. Они затягивают. Сделал одну, хочется еще и еще. Вот. И давно я думала, мечтала взять что-то попробовать, потому что все это тоже не дешевое. Вот. Ну и решилась, купила вот этот наборчик. Лежал он у меня уже давно, лежал в моих, ну, с покупок лежал в запасах. И я все ходила вокруг него да около, думаю, ну как же мне взяться, ну это нужно время, чтобы взяться его и сделать, ну, чтобы не тянуть из процесса в процесс, имею в виду, чтобы не залежался. Вот, ну и вчера вечером я устала вышивать только дорожку, видно, селеночек поднакопила, изовреничалась. И думаю, ну начну и будь что будет. Вот, девочки. И вчера начала этот дизайн. Слушайте, ну это какое-то волшебство. Просто не могла оторваться. Сборку вчера не стала делать, потому что нужно прогладить и нужно сделать, почитать инструкцию, сделать, наверное, этот, обшить контур. Я-то английский не свободно владею, мне нужно сесть и это почитать-то хорошо.
с дизайном я разобралась, а вот по сборке нет. Я так поняла по схеме. Надеюсь, правильно поняла. А то мне сейчас начнут писать: Юль, ты неправильно сделала. Но даже если неправильно сделала, выйдем из положения. Вот, и тут как конвертиком нужно будет делать вот так. Я так понимаю. Вот так. Вот так. И нужно будет сшить. Ну, образно, да, вы понимаете. Вот так вот. Согнуть, свернуть. Вот как-то так побольше, да. Сейчас надо будет почитать, там сколько нужно ставить на припуск. Вот так это будет сворачиваться. Тут эти висюшки будут делаться, шнурочек. И будет делаться подушечка. Ну, в общем, по сборке сейчас я буду сидеть, разбираться, что да как. Хочу показать вам. Вчера вышивала, не могла остановиться. Просто это какое-то волшебство. Невероятное волшебство. Пытаюсь настроить свет. Так, чтобы свет нам немножко помог. Тут далеко ушла лампа, пока я тут хожу туда-сюда. Смотрите, красные это крестики. Елочка вышивается очень интересным стежком. Типа, я не знаю, показывает камера, нет, может, свет не очень хорошо падает. Значит, здесь такой крестик длинный, который как бы захватывает три клеточки условно. Он большой. И эти крестики, они наслаиваются один на другой. Получается, даже не знаю, как рассказать вам, очень интересная елка получается. Не знаю, будет ли видно. Мне кажется, что очень мало света. То ли камера не фокусируется как надо. Я вот смотрю через камеру, не могу понять, вам видно, не видно. Как объяснить про эти крестики? Может быть, на схеме лучше показать. Может, так будет лучше. Вот, смотрите. Видите, вот такой вот длинный крестик. Ну, стежки длинные. И в ряд одни стежки потом. Начиная немножко снизу, начинается другой такой крестик. И вот они пирамидкой такой наслаивается. Не знаю, понятно, непонятно, что я вам показала, рассказала, но в целом получается просто феерично, очень классно. Мне казалось, что вот эти подушечки, они не такие будут эффектные, но здесь, конечно, этот бисер, он такой качественный. Здесь и золотой обычный, и петит бисер, и красненький петит, и вот эти вот трежерсы такие. Интересно. В общем, очень изящное получается изделие. Очень красивое. Все это переливается, блестит. Почему-то вот сейчас у меня никак камера не хочет показывать всей этой красоты. Почему? Непонятно. Вот. Организация, вы видите, жуть. Все вот просто в этой корзинке, в такой большой. У меня несколько этих корзинок, они оказались очень практичными. Вообще у меня здесь эта корзинка для скатерти. Она же большая, я ее вот сюда складываю. И здесь у меня и нитки от этой скатерти, там 355. Кстати, 12 мотков ушло, вот он 13. Я думаю, что и 13 тоже придется резать, тут осталось мало нитки. Вот, покажу вам организацию, что у меня тут бисер. Тут иголки здесь. Пока вот так. Какой красивый бисер. Какой он золотой. Вот петит. Длинные вот эти вот рубка, которая пойдет на висюльки. И вот здесь вот тоже золотой бисер. Очень качественный, красивый. В общем, я с удовольствием вышивала. С удовольствием пользовалась всеми этими материалами. Мне понравилось. И хочется, наверное, ну, я, наверное, к Пасхе сделаю себе подарок. Потому что сейчас я уже себе сделала подарки. Я уже себе накупила наборов всяких там разных интересных. Как соберу все, я вам покажу. Вот. Ну, а к Пасхе, наверное, нужно будет сделать закупку именно милхиловских игрушек, вот этих вот подушечек, ну, всякой такой вот приятной мелочи, и вышивать потихоньку целый год. Может быть. Все девочки уже навышивались новогодних, а я не вышивала. Елку много лет не ставила, поэтому что мне их и вышивать. Вот, но захотелось. Все-таки, конечно, красиво. Вот это у меня был вчера старт 30-го. Ну, может быть, сегодня я успею собрать. Не сегодня, завтра. Будет еще и один финиш. Старт и финиш.
Вот, что еще по процессам? По процессам, по-моему, все. Я больше ничего не вышивала. Покажу вам покупки. Покупки небольшие, но какие есть, все равно покажу. Покупки, а не покупки. И на этом все. Так, все, забываю вам показать еще одну мою рукоделку. Сделала я давно, пару месяцев назад, но все время, когда вот снимаю видео, забываю показать, потому что то первый раз забыла показать, потом она у меня была на работе, эта сумка, и вот так вот, знаете, все никак не складывалось. Решила я попробовать сшить сумку из каких-то остатков, из блоков, сделать какие-то блоки, что-то пыталась, сочиняла. Ну, здесь Акела промахнулся, здесь у меня не очень удачная сборка блоков, потому что я сначала придумала себе один дизайн, раскроила, стала что-то сшивать, поняла, что сумка будет маленькая из того, что я себе придумала, и пришлось мне уже по ходу действия добавлять какие-то еще ткани, но не очень удачно я, в общем-то, их добавила. Можно было по-другому сделать, но так как опыта у меня нет, и, в общем-то, я как-то, вот знаете, по наитию, в общем-то, что-то делала, поэтому так вот и получилось. Ну, что получилось, то получилось. Главное, знаете, сумка получилась прикольная, я ей пользуюсь, она мне нужна для работы, я беру какие-то там вещи, еду с собой. Она у меня с уплотнителем внутри. Внутри у нас вот такой вот веселенький подклад, желтенький, на липучках, ручки большие. Ну, такая она очень-очень емкая получилась, плотная. Я ее стирала уже несколько раз, ничего с ней не происходит. Окей. Вот, несмотря на вот эти вот недостатки, да, там по какой-то цветовой гамме, для меня самое главное, что я пробую, экспериментирую, кое-что получается, что-то не получается, но главное, я уже встала на этот путь, я понимаю, как нужно уже дальше действовать, мне нравится работать с машинкой, с тканями, и периодически уже, знаете, вот как за крестиками скучаем мы, да, хочется повышивать, вот периодически я скучаю и за машинкой, хочется что-то пошить, поэтому это что-то новое в моей жизни рукодельной. И я этому тоже очень-очень рада, моим вот таким вот новым шажкам к рукоделию. Знаете, нужно заниматься домом, обшивать, делать какие-то вещи приятные, красивые. И это очень практично, это окей. Итак, осталось нам с вами посмотреть мои покупки. Здесь по мелочи буквально, поэтому мы быстро пробежимся. Это два заказа у меня было с 1, 2, 3 стич. Да, значит, во-первых, я купила себе Аиду 16 аккаунта черную, потому что черных основ у меня практически нет. А есть некоторые дизайны, которые я все вот думаю, не могу решиться. Есть у меня равномерка, но равномерка черного цвета — это очень тяжело. Вот, а на Аиде, я думаю, будет намного проще. Тут 16 аккаунт, большой отрез у меня здесь. Если брать, так уж брать, чтобы уже было и на другие дизайны. Я даже не помню, сколько здесь у меня. Ну, метр, наверное, на... Да, я думаю, что метр, наверное, на 60, где-то так. Большой кусок. Так, тут у нас посмотрим. 21 на 36, но это в инчах. В инчах. Так, они пишут в инчах своих, и путаешься. Так, это не покупка. Вот это покупка. Так. Это покупка. Это нитка, дорогущая нитка. Вот она одна, Глориана, стоит так дорого, $7. Хочется поругаться, шелковая. Да, она у меня взялась вот для этого дизайна. Это Simpler Cove. Вот такой очень красивый, интересный дизайн. Здесь еще должна была быть вторая, но там у меня случилась проблема с заказом. И он пришел на почту, уведомление не пришло, и он вернулся назад. Поэтому нужно будет делать дозаказ. Вот, показываю крупно, но все равно плохо видно. К сожалению, у Simpler Cove очень плохие картинки, поэтому не разобраться. Вот, вот эту красоту вышить бы на подушку, и это было бы супер. Это было бы так красиво, вот такой вот ниткой. И плюс еще две здесь нитки всего нужно. И вот сделать такую подушку в интерьер. Было бы шикарно, шикарно. Поэтому я вот раз я уже достала здесь этот дизайн.
Сразу нужно нитку туда положить, чтобы я потом не искала, где же я тебя положила, нитка. Все, теперь все готово. Вот, видите, у меня даже копия сделана, чтобы можно было уже приступить к дизайну. Очень простой, интересный. Дальше. Так, это из старого просто доставала, уже не буду показывать. Вот, хотела показать, потому что просили девочки показать, откуда у меня этот рисунок на дорожке, который я вышиваю. Это вот сэмплер Ков, опять же, розы Тосканы. Вот здесь очень много интересных бордюров. Картинка здесь опять ни о чем. Все расплывается, ничего не показать. Маленькое, непонятное. Вот. У меня бордюр вот этот. Видите? Меладжем вообще шикарно. Но откуда же столько меладжа? У меня одним цветом все вышивается. Вот этот мне очень нравится бордюр петунии типа. Геометрии много красивой. Сердечки. В общем, бери и делай свою дорожку, скатерть, все что угодно. Шикарно. Вот. Дальше. Это не покупка. Поэтому пока полежит. Отдельно мы поговорим об этой штуке. А это покупка. Так как я теперь, можно так сказать, увлеклась хардангером. Я сама вздохнула и схватилась за живот. Увлеклась, можно так сказать. Потому что еще, в общем-то, ничего и не вышила в такой технике. Прям вот серьезной. Вот, ну, надеюсь, начну. Вот, пожалуйста, от Виктории Сэмплер. Вот такой красивый дизайн. На сайте 123 Stitch небольшой был выбор. Я взяла то, что мне больше, так сказать, к сердцу. Здесь мне понравилось то, что можно либо в картину этот дизайн оформить. Видите, какой красивый. Либо можно сделать такую конфету. Вот конфету я еще ни разу не делала. Хочется сделать какую-нибудь, может, конфетку. Дальше можно сделать вот такой пин-кипчик. Потренироваться. Посмотрите, какая прелесть. Да? Очень интересно. И вот шкатулка мне очень понравилась. Прям... такая нежность, такая красота с бисером тут. Ой, шикарно, просто шикарно. Вот, купила себе эту схемку. Из материалов там практически ничего не было, за исключением бисера. Вот такой бисер. Ну, он мне нужен. И вот такая нитка. Чего с ней делать, пока не знаю. Будем потом разбираться. Одна по ключу была, я ей купила. 5 метров написано. Креник. Silk Mori, креник. Итальянский шелк. Вот такие вот. Ну, давай настраивайся. Обозначение. И нитка вот такая серенькая. В общем, ничего особенного, можно подумать. Без тебя можно было бы обойтись, ну ладно. Вот. И, конечно же, я купила большой кусок основы, чтобы мне мало не показалось. Это у нас 32 каунт Белфаст Лен. 27 на 36 инчей. Инчи. Это огромный такой кусок, чтобы можно было вышить все дизайны от Сэмплер, от Виктории Сэмплер. Вот такой огромный-огромный кусок белой основы. Белая – это универсальная, можно и подкрасить, можно и для других дизайнов. Главное, чтобы было. И обработанные края, ну, в принципе, это для меня не важно, потому что будет резаться. Вот такой вот большой кусок основы я купила. Основа лишняя никогда не будет. Всегда пригодится для разных дизайнов, поэтому основа у меня есть. Сюда как раз 32 каунт, ну, по ключу. Просто немножко тон нужно было бы другой, более античный, но белый, мне кажется, тоже сюда идеально подойдет. Вот, пусть будет без античного, просто белый цвет. Вот, все тоже хорошо. Вот такая схемка, первая схемка у меня есть. Хотела показать с обратной стороны. Вот, и с обратной стороны нам представлены и другие дизайны, которые картинки маленькие, плохо видно, но даже вот с этими маленькими картинками видно, какие они потрясающие. Мне вот это нравится. Зеленый очень люблю цвет просто. Вот здесь такая нежность не видно, но я такое не люблю. Я люблю, чтобы видно было поярче.
Ну, все, конечно, красиво. И вот это мне очень нравится, и она у меня есть. И вот это очень нравится. Вот эту я бы купила. Тут еще какие-то ножнички, что-то такое рукодельное, вообще непонятно. Что тут? Ну, что-то красивое. А, и, кстати, вот ленты есть. А вот, девочки, скажите, из лент что, бант нужно делать? Ленты зачем? Для банта? Бант крутить. Вот это мне очень нравится. Вот это мне тоже очень нравится. Оно у меня есть. Сейчас покажу. Я случайно наткнулась в интернете и нашла ее. Нашла, сразу распечатала, потому что тоже буду делать. Обязательно. Я хомяк еще тот, неисправимый. Не куплю, так съем, накачаю, напечатаю. Все равно что-то домой тащу. Потом сижу, думаю, зачем мне столько всего. Но все равно тащу. Все люблю, все надо. Вот здесь очень интересный дизайн. Здесь и баржела, и ленты, и хардангер. Я немножко посмотрела по схеме. Здесь, конечно, много всего интересного. В течение года постепенно буду заниматься всеми этими дизайнами. Дай бог, конечно, время, здоровье, глаза, чтобы все уцелело и всем этим заниматься. Это я напала на какие-то интересные схемки. А, уже не помню, кто производитель. Ну, кто-то из модных крутых производителей. Вот такие вот 4 горшка можно использовать на скатерть. Я вот, ну, думаю, либо на скатерть, на дорожку. Все собираю идеи, понимаете? Я теперь заболела прикладной вышивкой, потому что маленький дизайн, они красивые, ну куда их оформлять? Все пинки-пи, что с ними делать? А вот когда ну, скатерть-дорожка и украшена такими дизайнами, знаете, уже как-то по-другому к этому относишься. Вот, ну и немножко, раз мы уже с вами беседуем, раз я уже достала эту пачку, папку, я вам покажу, что я здесь себе наколдовала, что я тут себе насобирала. Это схемы для хардангера, небольшие, так, чтобы просто потренироваться, поучиться. Вот такая салфетка, ажурная, очень красивая. Вот такая сумка. Видите, сумку можно сделать. Можно сделать вообще в любой цветовой гамме. Можно и вышить, и сшить, ничего сложного. И вот такая вот авоська. Мне тоже нравится. Мне вообще нравится зеленый цвет, я люблю. Ну, опять же, это все дизайны универсальные. Хочешь сумку, хочешь скатерть, хочешь штору, хоть что. Вот это вот у меня дизайн на следующую мою дорожку. Но я не могу найти образец дорожки. Может, не распечатала, непонятно. Семен Семенович, что-то вот не случилось. Показать вам, как это должно смотреться. Ну, покажу вам просто схему. Кто немножко хардангером занимается, тут поймет, что это несложная схема, несложный дизайн. Но так как у меня дорожка-то огромная, 1,60 м на 1,60 м, я решила не сильно усложнять себе жизнь. У меня сначала в идее был другой дизайн, более насыщенный. Я подумала, что если я буду его кружево вот это оплетать 1,60 м с двух сторон, то жизни моей не хватит. Поэтому искала, искала, нашла вот такой дизайн. Здесь уже не так-то сложно. Просто вот эти вот глазки вышиваются, оплетаются переплетение, серединки вырезаются, алжирские глазки. В общем, вот так. Основа Лугана 25-го белого канта у меня есть, но я еще не определилась с цветовой гаммой. Тут в цвете у меня распечаталось. То же самое. Вот, я просто не определилась цветовой гамме. Вот в этих дизайнах играет роль цвет нитки. И я поняла, что мне очень нравится меланж. Поэтому я, скорее всего, когда немножко разберусь с моими долгами, поеду и буду уже выбирать на месте нитки. Меланжевые мне нужны. Белые у меня есть. Может быть, взять потоньше. В общем, нужно здесь смотреть, выбирать цветовую гамму. Как это будет все выглядеть. А дизайн у меня уже выбран. Вот такие вот у меня здесь новости, девочки, мальчики. Вышивальная рукодельная болезнь не проходит. И, скорее всего, это уже на всю жизнь, как вы понимаете. Несмотря на то, что всего полно, все равно всего еще много хочется и надо. Мечты, мечты. Вот, ну, что получается, что можем. Вот, ну и еще один наборчик. Я думаю, вы уже догадались,
что это Dimensions Gold коллекция, но не угадайте, какой дизайн, потому что он очень редкий, его мало кто вышивает, хотя не раритетный. Это вот такие вот две закладочки. Я часто их вижу на 1, 2, 3 стич, они не раритетные, они в свободном доступе. И все время прохожу мимо закладки, да и закладки. Потом остановилась, присмотрелась, думаю, так, ну красиво же, ну интересно же, почему бы мне не взять и не вышить эту красоту. К тому же, вот всегда тогда, вот он лежит там на 1, 2, 3 стич, никому не нужен. Вот сейчас купила, покажу, сейчас завтра их уже не будет. Все исчезнут и станет сразу раритетом, как случилось с моим петухом, которым я вышивала тоже. Dimensions там в стежках, дизайн стежковый, и шерсть, и мулине там разные. Вот вышила, дизайн этот лежал все время на 1, 2, 3 стич, всегда он был там в наличии. Как вышила, теперь этот петух неуловимый. Хочу купить второй набор, чтобы сделать две потом подушки. Ну, не могу теперь на него попасть. Он, как только появляется, в ту же минуту сразу исчезает этот петух. Вот, такая вот история. Поэтому я уже поняла, что какие-то дизайны, которые не очень-то популярные, и их не сильно-то выпускают, нужно взять, потому что сейчас, может быть, не надо. А завтра, может быть, очень сильно надо, и его потом не найдешь. Будет стоить бешеных денег, поэтому... Пока он там был по скидке, какие-то там копейки стоил, что-то 7 долларов, что ли. Ну, я не помню уже, сколько я его купила. В общем, я его купила. Этот набор, конечно же, сейчас я его буду... Сейчас. Ну, вот сегодня, завтра, на этих днях я хочу его начать, потому что все равно хочется себя чем-то радовать. Чем-то радовать хочется. Давайте немножко приоткроем и посмотрим содержимое. Так, открываю. Открываем, все отсюда забираем. Чтобы было хорошо видно, обложка. Так, и смотрим. Значит, в первую очередь попадаются два пришивных элемента. Вот такие вот пластмасски, скорее всего, которые у нас будут пришиваться. Так, вот сюда, наверх, видите, где... шнурочек будет крепиться, будут пришиваться вот эти вот золотые штучки. Так, я так давно не вышивала мини-голд. Вы даже не поверите, сколько лет назад я это вышивала последний раз. Так, вот такой кусочек Аида здесь. Какого аккаунта? 18-го? А, 14-й аккаунт, серьезно? Да, 14-й аккаунт Аида. Угу. Вот такой вот кусочек. Так. Нитки. Вот такие интересные нитки. Кстати, не так много. Хочу я вам сказать, не так-то много. И цветов много, посмотрите. Сколько у нас здесь цветов? Раз, два, три, четыре, пять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 18 цветов. 18 цветов. Есть вот по одной пасмочке, 3 цвета по одной пасмочке. Есть вот несколько цветов, вот зеленый, желтый и оранжевый. Много прям пасм, видите? Такие цвета яркие, очень интересные. Класс, так. Хочется начать мне, знаете, с какой? Вот с голубенькой закладочки. Она такая очень глубокий цвет, синий. И нежный, и благородный, очень красиво. Хочется вот с голубенькой начать. Так, тут две схемы, я так понимаю, что ли. Что у нас здесь? Бумага такая немножко глянцевая, новенькая. Так, здесь у нас отдельный лист инструкции. Просто по стежкам, ничего особенного. А я-то думала. Вторая инструкция. Совсем другая бумага. Так, вот у нас инструкция, вот у нас игла. Так, ну смотрим по схеме. По схеме, в общем-то, все просто. Как говорится, вышивать тут делать нечего. Ключ. Так, а сборка, как будет происходить сборка? Так,
Так, так, так, тут есть сборка, да-да-да. Надо будет все почитать. Да, точно, все-все вот показано. Так, у меня на увеличение стоит. Может, не видно. Да, вот показано тут какие-то этапы, чего делать. Угу. Да, как пришиваются вот эти. Угу. Прикольно. Ну что, надо брать и делать, а что? Во-первых, конечно, нужно будет доделать мешочек от Милхил. И потом я начну вот этот дизайн, потому что очень интересно. Давно я не вышивала Милхил Петит. Будет интересно посмотреть, как оно тут получится. Любопытно. Ну что? Итак, вот такие у меня получились итоги за ноябрь-декабрь. А, здесь, конечно, не все, что я разложила, что поместилось. Ну, в целом, я думаю, что неплохо. Могло быть, конечно же, лучше, всегда может быть лучше. Но с моей нагрузкой, как вот так в жизни сложилось, что получилось у меня, то я и вышивала. И, в принципе, есть у меня финиш от Dimensions, мой ангел. Вот остальные работы как-то продвинулись, кое-что приобрелось из новенького. И так хочу приоткрыть небольшой секрет. Идут покупки. Я себе сделала на Новый год такой подарок, накупила кучу-кучу наборов, накупила, заказала, а теперь сама, в общем-то, я в шоке. Ну, что сделано, то сделано, придет все, посмотрим, может быть, тоже что-нибудь начнем. Сейчас чайку попью, немножко дух переведу, достану мои работы, отутюжу их, подготовлюсь к новому видео об итогах за 2022 год. Может быть, немножко поговорим о каких-то планах на 2023, конечно, планы я делать не буду, потому что я понимаю, что у меня вообще сейчас такое течение в жизни, что много всего меняется, и я не могу столько уже вышивать, поэтому как бы таких конкретных планов не будет. Будут планы на ближайшее время, то, что я вот, ну, думаю, мне обязательно нужно завершить, доделать, вот это будет. А там уже как пойдет, настроение меняется, какие-то покупки, новые наборы выходят, ну, в общем, жизнь покажет. Такие новости. Спасибо за внимание, спасибо за лайки, спасибо, что остаетесь на канале. Я вижу по подписчикам, что меня ждут. Большое вам спасибо за понимание, за вашу доброту. Ну что, на этом все. Еще раз всех с Новым годом, с праздниками, счастья вам, любви, мира, тепла, всего-всего, всех благ. Всем пока-пока.